שלום לכולם, אני גם מברך את כולם בשם ישוע משיח אדוננו. Мирной субботы всем, я благословляю всех во имя Иисуса Христа, Господа нашего. והיום אני רוצה להמשיך נושא שהתחלנו בשבת שעבר. И сегодня я хочу продолжить тему, которую мы начали в прошлую субботу. המזכירים את אדוני. Напоминающие о Господе. דיברנו על הפחדים שמפריעים לנו לבשר. И мы говорили о страхах, которые мешают нам благовествовать. ואני בטוח שהפחד זה מחסום הכי גדול שיש לנו לבשורה. Я думаю, что страх это самая большая преграда, которая есть у нас. ודיברנו שהטבע של הפחדים האלו זה טבע אנושי. Мы говорили о том, что природа этих страхов, она человеческая. תמיד, בכל הזמנים היה קשה לבשר, אף פעם לא היה זה קל. Всегда, во все времена было тяжело проповедовать, никогда это не было легко. כי אנחנו פשוט צריכים להתגבר את עצמנו, אנחנו צריכים לדחוף את המצב הרוחני ולנקות שטח לפנינו. Потому что мы должны превозмочь себя, мы должны эту территорию духовную покорить. И это чувство страха, оно постоянно гонится за родом человеческим. Мы боимся выглядеть глупыми. אנחנו מפחדים להיראות ולהיות מנודים, מנודה. Мы боимся быть отвергнутыми. אנחנו מפחדים להיות לא מקובלים ושיהיה אי הבנה ולא חילקו את הדעה שלנו. Мы боимся быть непринятыми или что не разделят наше мнение. או שיתחילו לצחוק עלינו. Или начнут смеяться над нами. ועוד ועוד ועוד. И так далее, и так далее. כל זה, זה תחושה מהסל אנושי. Все это, это человеческий фактор, это человеческие чувства. אבל יש עוד סיבה אחת. Но есть еще одна причина. סיבה רוחני. Это духовная причина. והיום אני רוצה להדגיש תשומת לב שלנו על סיבה רוחני. И сегодня я хочу обратить наше внимание на духовную причину. מאיפה נובח את הפחד? ולמה יש לו טבע רוחני? Откуда идет этот страх и почему у него духовная природа? ברגע שבן אדם הוא לא מספיק ספוך בדבר אדוני, זה גורם אותו לשטח של הפחד. Когда человек недостаточно наполнен Словом Божьим, то это открывает ему территорию страха. בוא נפתח ספר יחזקאל. Давайте откроем книгу Иезекииля. Перек Гимель. Третья глава. ואנחנו נקרא 11 פסוקים הראשונים בפרק הזה, אבל כל חלק אני אקרא בנפרד. עכשיו אנחנו קוראים מראשון עד 3. Сейчас мы прочтем из третьей главы с 1 по 3 стих. Сефер יחזקאל הנביא. Книга пророка Иезекииля. פרק 3. Третья глава. פסוקים מראשון עד 3. С 1 по 3 стихи. ויאמר אלי, בן אדם, את אשר תמצא אכול את המגילה הזאת, ולך דבר אל בית ישראל. ואפתח את פי ו... יאכילני את המגילה הזאת, ויאמר אלי, בן אדם, בטנך תאכל ומאיך תמלא את המגילה הזאת, אשר אני נותן אליך, ואוכלה ותהי בפי כדבש למתוק. אמן. И сказал мне, сын человеческий, ешь то пред тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне,
Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. Я съел, и было в устах моих сладко, как мед. Аминь. Аминь. לפני שאבינו מלכנו שולח אותנו לדבר עם מישהו. Прежде чем как Господь Отец наш посылает говорить нас с кем-либо. Он אומר שאנחנו צריכים להתמלות את מעינו בדברו. Он говорит, что мы должны наполнить свои внутренности Его словом. וכתוב שיחזקאל אכל את המגילה. Написано, что Езекииль съел этот свиток. בטוח שהוא לא אכל אותו כמו ש עכברים אוכלים כל דבר והורסים. Конечно же, он не съел его, как мыши все едят и грызут вот так вот. כן. הוא קרא, זה אנחנו צריכים להבין כדוגמה רוחנית. Мы должны это воспринять как духовный пример, духовный образ. בוודאי שזה עיקרון רוחני. И, конечно же, это является духовным принципом. Бог говорит, наполни себя моим словом. הסעיף הראשון אשר אני היום רוצה לדבר, שאנחנו צריכים לקבל אוכל רוחני, המזון רוחני, אנחנו זקוקים בו. Первое, что я хочу сказать, это что мы должны наполниться духовной пищей, мы нуждаемся в ней. ודבר אדוני זה לחם אמיתי. И Слово Божие – это истинный хлеб, השמיים, спускающийся с небес. הרבה, и мы много говорили о том, что сегодня мы знаем, что Слово Божие – это Иисус, בשר, потому что Слово стало плотью וישכון בתוכנו, и обитало среди нас. אז, יוחזקאל, הוא גם היה לו לב שומע. У Иезекииля также было сердце слышащее. Ма ше дибер алав Элохим, у аса эдзе. То, что Бог говорил к Иезекиилю, он это делал. Векмо ше ая медубар бапарашат шаву, анахну црихим лигьот пашут муханим лешарет, муханим лешмуа, муханим лекаем эт ма ше омер лану буре олам. И как было сказано в недельном отрывке, мы должны быть готовы слышать голос Божий и соблюдать то, что Он говорит нам. Люди хотят быть духовными и быть на духовных территориях. Максимум шатаем, шлуша шавот, им немцаим митахат либраха. Но что происходит в течение недели? Максимум они 2-3 часа находятся под благословением. Асину хешбон, нахон? Мы шева ямим. Считали с вами, правильно? 7 дней. Шева ямим. Кафуль. Ле 24 шаот. Умножить шаве. На 24 часа. А? Им они лото эзе 161 ша. Шмоне? Это 168 часов. А, нахон. Хажапти шезеха. Сав поход шалоша от кама йоце мэа шишим вихамеш, нахон? Минус 3 часа будет 165 часов. А вода, охель, работа, еда. Еладим, люди, отма. Дети, не знаю, что еще. Коли хаду се маше у царих. שינה, כן, גם סון כן. אישו. אבל אל תחשבו שאנחנו צריכים כאילו להוריד מפה זמן שאנחנו יושנים. Но не думайте, что мы должны отминусовать отсюда время, которое мы спим. כן? כי כתוב בתהילים האחד כתוב יום ולילה. Потому что в первом псалме написано день и ночь. אנחנו צריכים להיות בהשפעת של הדבר אדוני יום ולילה. Мы должны быть под воздействием Слова Божьего день и ночь. ובן אדם שיושן, человек, который спит, הוא גם יכול להיות תחת השפעת של הדבר אדוני. Он также может находиться под действием Божьим. שהוא קם בבוקר, когда он встает утром, הוא מתחיל את היום מתפילה. Он начинает свой день с молитвы. הוא קורא דבר אדוני. Читает Слово Божие.
ומי שהולך לעבודה מוקדם, кто рано идет на работу, הוא צריך לקום עוד יותר מוקדם, должен еще раньше встать, כדי להשקיע ליום הזה, מקודם, чтобы вложить изначально в этот день, השקעת רוחנית, духовный вклад. אז אפשר לחכות גם פרי רוחני במשך, בהמשך של היום. Тогда и можно ожидать духовного плода на протяжении дня. אבל אם בן אדם יום אחרי יום, но если человек изо дня в день מגלגל את החיים שלו רק בגלגל של הגופני, крутит свою жизнь только на плоском колесе, איך הוא יכול להיות רוחני? Как он может быть духовным? איך הוא יכול לשמוע בת קול של רוח הקודש? Как он может слышать голос Духа Святого? הוא שומע רק קולות של העולם הזה. Он слышит только голоса этого мира. והם יותר חזקים. Они более сильные, громкие. שרוח הקודש מדברת איתם, היא תמיד מדברת בצורה רגועה, תודה. Когда Дух Святой говорит с нами, он всегда говорит спокойно. אתם זוכרים את אליהו הנביא? Помните Илию пророка? לא ברעידת אדמה כתוב. Написано не в землетрясении. לא בשבירת רוח. Не в сильном ветре. אלו בת קול של רוח הקודש מדברת ברוח שמרחפת לאט לאט ככה. Но в дуновении тихого ветра голос Духа Святого. כדי לשמוע את זה אתה צריך להיות מוכן. Чтобы слушать это, ты должен быть настроен и готов. אז קודם כל, סעיף הראשון, אנחנו צריכים כל הזמן לדאוג על המזון רוחני. Первый пункт, то что мы должны всегда думать о духовной пище. הבן אדם שאין לו זמן בבוקר לאכול סנדוויץ' בבית. Человеку, у которого нет утром дома времени скушать бутерброд. והוא רץ לעבודה. Он бежит на работу. הוא תמיד תופס משהו ביד, יש איזה חטיף או פלאפל בדרך. או שהוא בא לעבודה, הוא גם מחפש איזה עוגה, חתיכת מאתמול או משלשום, וקצת קפה, הוא דואג שהבטן יקבל משהו. Человек, который не успевает утром позавтракать, то в итоге он или по дороге что-то ищет перекусить, или на работе, может, тортик вчерашний, или еще там что-то, и чашечку кофе, чтобы наполнить свой живот и возможность была работать. כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו רוצים לפחות להרגיש את הבפה, טעם של קפה עם סוכר או עוד משהו, או כפית דבש, קצת, לפחות קצת, אבל שבפה נכנס את הקלוריות. И когда мы утром встаем, то хотя бы немножко мы хотим почувствовать или вкус кофе, или что-то сладкое, или ложку меда, но чтобы какие-то калории начали идти в организм. ולפעמים שאני מאחר לשזה מקום, когда иногда я куда-то опаздываю, ואשתי מכינה לי כוס קפה או תה, моя жена готовит мне чашку кофе или чая, ואין לי זמן לשתות הכל, и у меня нету времени все выпить, ולשבת ככה לאט, сесть спокойно, посидеть, אז אני עומד ככה ברגל, я так стою, אני вот так вот допиваю быстренько, אני תופס לפחות משהו, и я хоть немножко улавливаю, ורובם מאיתנו ככה, и большинство из нас так, אנחנו דואגים על הגוף שלנו. Мы переживаем за свое тело. אז למה אנחנו לא דואגים על הרוח שלנו? Почему же мы не переживаем за дух свой? אותו דבר. То же самое. לפחות פסוק אחד. Хотя бы стих. שלוש פסוקים. Три стиха. להתפלל. Помолиться. ולקרוא את הדבר. Почитать слово. יחזקאל הוא אכל את מה שנתן לו אלוהים. Иезекиил съел то, что дал ему Бог. ואם בן אדם הוא לא מאכיל את עצמו בדבר אדוני, если человек не кормит себя словом Божьим, הוא תמיד יהיה חלש. Он всегда будет слабым. חלש תמיד מפחד. Значит, слабый всегда он будет бояться. נכון או לא? Так или нет? אז טבע של הפחד רבים מן המאמינים.
и природа страха большинства верующих. Ло маспик охлим охель рухани. Недостаточно кушают духовной еды. Эм йодим шехем халашим. Они знают, что они слабые. Вим они халаш? А если я слабый? Эх они васер. Как я буду проповедовать? Эх они лех. Как я пойду? Эн лекох. У меня нет сил. Аваль бен адам ло омер эдзе. Но человек это не говорит так. У мехапес сибот хицуньот. Открыто. Он ищет побочные какие-то причины. Наружные какие-то причины. Он ло хошев шебаая шеху халаш. Он не думает, что проблема в том, что он слабый. Тафсику лейхоль. Перестаньте кушать. Ветиру эх атем таргишу ахарей шуаим. И посмотрите, как вы себя будете чувствовать после двух недель. Ло якох ларим яд. Не будет сил руку поднять. Ани зухер, кшани айти бацом кама ямим. Я помню, когда я был в посте несколько дней. Ветамид зе я ткуфа шел алимудим, везе тамид еш дивухим. Ани мивин зе каха, ве ани мивин зе каха. Викухим, кен. И когда я учился, мы часто постились. И всегда были на учебе какие-то споры. Так или так по Писанию. И свое мнение я всегда так доказывал. Сильно. Но после три дня в посту у меня не было сил. Человек говорит что-то. Я говорю, хорошо, хорошо. Я не знаю, как им говорят, אמרו, הנה תראו, אחרי שלושה ימים בצום, רוס הפך להיות רוחני. Посмотрите, братья, они говорили, после три дня в посту Ростик стал духовным. הוא יותר רוחני. Он более духовный стал. הוא לא מתווכח עכשיו. Он не спорит теперь. ואני חושב בתוך עצמי. А я внутри себя думаю. אין לי כוח פשוט. У меня просто нету сил. То же самое с благовествованием, братья и сестры. Если мы не кушаем духовную пищу, у нас нет силы спорить с этим миром. Он начинает властвовать. Но если я полон Слова Божьего, я как лев. לא מפחד. Ничего не боюсь. שהם מפחדים ממנו. Чтобы они боялись меня. אני חזק. Я сильный. ואלוהים הוא יחד איתי. И Бог со мной. ואם אני מלא בדבר אדוני, הוא יוצא ממני. אני לא יכול להחזיק את זה בפנים. Если я наполнен Словом Божьим, то оно само выходит из меня. Я не могу внутри себя это держать. זה הכוח עליון. Потому что это Всевышняя сила. והכוח הזה הוא מגרש כל הפחד. И эта сила, она изгоняет все страхи. А пахад у тамид каям, у еш. Страх всегда есть. Аваль пахад азе, у ло ахель маспик, азу йотер халаш ми мене. Но этот страх не так много кушает, и поэтому он более слабый. Ани ло нотен ло охель. Я ему не даю пищи. Тем ми виним это айкарон. Понимаете этот принцип? Анахну медабрим, ше анахну црихим лёд, маскирим эт Адонай. Мы говорим о том, что мы должны быть напоминателями о Боге. Эфу лакахат кухот. Где брать силы? Аришон бедвар Адонай. Первое в Слове Божьем. Тохаль тов. Кушай хорошо. Тимале такерев шалха бедавар. Наполняй внутренности свои Словом Божьим. Ахшав цад шини. Второй шаг. Ахальти. Я уже покушал. Милити это керевшили. Наполнился внутренность. С четвертого стиха. Вейомер лай бен адам лех бо эль бет Исраэль. Ведибарта диврай алейхем. Кило эль ам амкей сафа ухивде лашон ата шалуах. Эль бет Исраэль. Анахну нафсик по бенатайм. Шне псухим. И он сказал мне, сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им слова, мои словами. Ибо не к народу с речью невнятную
и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву. Аминь. Смотрите, Бог нам все подробно объясняет. Омер, кодим коль тухаль тов. Он говорит, прежде всего напитайся хорошо. Хальта? Напитался. Ахшав кум велех. Теперь встань и иди. Атем зухрим это Илиягу анави? Помните Илию пророка? Шиу яшав аль яда нахаль. Который сидел возле реки. Аз кодим коль у ахаль гам шама, ва ахарках у ая улех. Прежде всего он покушал также там, а потом он пошел. В один день он встал, и там был кувшин с водой и хлеб. И голос Божий сказал ему, покушай, и теперь иди. И там была тקופа, что он ахал, и орев я мавило бабокеру баэрев басар велехем. И был также период, когда Илия кушал, и вороны приносили ему мясо и хлеб. Утром и вечером. Когда он получил силу, он встал и пошел. Точно так же и здесь. Точно так же и мы. Первый этап. Хорошо напитаться духовной пищей. ואני פה אני תמיד זוכר מה שאומרת הדיאקון ולדמר שלנו. И здесь всегда я вспоминаю то, что наш диакон Вальдемар говорит. שאם אתה באת לאש איזה ארוחה ושולחן הוא מלא אוכל. Если ты пришел на какой-то обед и стол полон всяких вещей вкусных. אבל אתה לא אוכל. Но ты не ешь. והלכת הביתה רעב. Ты пошел голодный домой. בעיה שלך. То это твоя проблема. על השולחן היה הכל. На столе было все. למה לא אכלת? Почему же ты не кушал? אז דבר שני, אלוהים הוא אומר לנו לקום וללכת, ואצלך תמיד ביד יש דבר אדוני. И Бог говорит нам всегда встать и иди, и в руке твоей должно быть Слово Божье. תמיד שולחן ארוך מפניך. Всегда перед тобой есть накрытый стол. מלא. Полный. מבראשית. От бытия от хазон Йоханан до откровения Иоанна тухаль кушай в ата צריך להקל את הדבר и ты должен переварить это слово כדי שיהיה לך כוח чтобы у тебя была сила ואחר כך ללכת а потом идти ואלוהים אומר אני לא שולח לך לעם שלא מבין את הדברים. И Бог говорит в слове своем, я не посылаю тебя там, где не понимают, с непонятным языком. אומר אני אתה שלוח אל בית ישראל. Он говорит, ты послан к дому Израилеву. זה ציבור שהוא מבין על מה מדובר. То есть это общество, оно понимает, о чем идет речь. ועכשיו אנחנו גם בישראל. И сегодня мы также находимся в Израиле. ואל תחשבו שהם לא יודעים עבור משיח משהו. И не думайте, что они не знают что-то про Мессию. או לא מבינים. Или не понимают. או חושבים שאנחנו לא צריכים את זה. Или думают, что нам это не надо. זה הקריאה שלנו. Это наше призвание. להזכיר את אדוני. Напоминать о Господе. והיום במיוחד על ישוע המשיח. А особенности сегодня об Иисуа Мессии. זה דבר הכי חשוב. Это самое важное. אם לקחת מיהדות. Если забрать из иудаизма. הבנה של המשיח. Понимание о Мессии. הוא כבר לא יהיה יהדות, זה לא יהיה שלם. Это уже не будет иудаизмом, это уже не будет полной. זה חלק מאוד גדול בלימוד של היהודים. Это очень важная часть в учении иудейском. ואנחנו צריכים להרגיש שיש לנו כוח לדבר על זה. И мы должны чувствовать, что внутри нас есть сила говорить об этом. ולא שיהיה פחד הוא יותר חזק וגדול בתוכך. А не чтобы страх, который внутри нас, он превозмогал это. אנחנו ממשיכים מפסוק 6. Мы продолжаем 6 стиха. לא אל עמים רבים, עמקי שפה
וכבדי לשון אשר לא תשמע דבריהם. אם לא אליהם שלחתיך, המה ישמעו אליך. ובית ישראל לא יבוא לשמוע אליך, כי אינם אוהבים לשמוע אליי, כי כל בית ישראל חזק מצח וקשה לב המה. הנה נתתי את פניך חזקים לעומת פניהם, ואת מצחך חזק לעומת מצחם. כשמיר חזק מצור, נתתי מצחך. לא תראה אותם ולא תחת מפניהם, כבית מרי המה. אמן. Не к народам многим с невнятной речью, непонятным языком, которых слов ты не разумел бы, дабы я послал тебя к ним, то они послушались бы тебя, а дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев крепкий лбом и жестокий сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Аминь. Аминь. אנחנו רואים שאלוהים הוא רוצה לעודד אותנו. Мы видим, что Бог хочет ободрить нас. הוא אומר שאם היית הולך לעמים שלא מבינים אותך, הם היו שומעים. Он говорит, если бы ты пошел к народам, которые не понимают тебя, они бы послушали тебя. אבל כל הפרדוקס שאני אתה שלוח לבית ישראל והם לא רוצים. Но весь парадокс в том, что ты послан к дому Израилеву, они не хотят слушать. עכשיו אפשר להקים גם שאלה, האם בכלל צריך ללכת אם הם לא רוצים לשמוע וידוע מראש את זה. Вопрос сейчас, тогда нужно ли идти и говорить, если изначально мы знаем, что они не хотят слушать. כתוב בהמשך כן. В продолжении стихов написано, что да. 18 и 19 стихи. Тикри барусид. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою. Амин. Аминь. Ото перек. В этом же главе написано. Перек шалош. В этой же третьей главе. Элохим умер, а та царих ледабер шити души, а я нави бнеем. И Бог говорит, ты должен говорить, чтобы знали, что был пророк среди них. אבינו מלכנו הוא מעודד אותנו והוא מסביר לנו שהוא כבר עשה אותנו יותר חזקים מאלה שאנחנו צריכים ללכת אליהם. И Бог наш царь, он говорит, что он сделал нас уже более крепкими, чем те люди, к которым мы должны идти. הוא אומר, אני יודע שזה עם קשה. Он говорит, я знаю, что это тяжелый народ. כתוב, חזקי מצח. Написано крепкий лбом. В кашей лев. И жестокие сердцем. Хазаким в кашим. Сильные и тяжелые. Умер они йодеадзе. Бог говорит, я это знаю. В коли хаз шеруце лишарет ли ам Исраэль, ухаяв ли авин перек шалош месефер Ехискияу. И каждый, кто хочет проповедовать благовествовать дому Израилеву, должен читать и понимать это. Лёги я каль. Легко не будет. Тамида я каше. Всегда было тяжело. Вахшав бе ахарит аямим яхолиот од я тор каше. А сейчас, в последнее время, может еще тяжелее быть. А валькен царих. Но да, нужно. Вим анахну кваркан. Если мы уже здесь.
אז אנחנו צריכים להיות חזקים. Мы должны быть сильными. תראו, אלוהים אומר, אני נתתי לך מצח יותר חזק. Смотрите, Бог говорит, я дал тебе лоб более крепкий. אתה לא יכול לחזק את המצח שלך בכוח אנושי. Ты не можешь укрепить свой лоб человеческими силами. אתה צריך להתמלות את עצמך בדבר אדוני, והוא, כשהוא רואה כל ההשקעה שלך, אז הוא יחזק אותך. Ты должен наполниться Божьим Словом, и когда Бог видит твои старания и весь твой вклад, тогда Он только укрепит тебя. Как мы можем быть более сильными? Как написано в, посла... в Деянии апостолов. 1:8. И вы примете силу Духа Святого. מתי ירד? Когда будет תפתחי ותקרי. Сошествие Духа Святого. ותבשרו בירושלים, ויהודה, ובשומרון, ועד קצות הארץ. כדי לקבל כוח, אנחנו צריכים להתמלות את עצמנו בדבר אדוני ולקבל את רוח הקודש. Чтобы проповедовать, мы должны наполниться Словом и принять силу. Деяния апостолов, 1:8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, даже до края земли». Аминь. Колихат. שנולד מן השמיים, הוא כבר קיבל את הכוח של רוח הקודש. Каждый, кто рождается свыше, он уже получает эту силу Духа Святого. אבל בדרך אנחנו מאבדים את הכוחות, אנחנו הופכים להיות יותר חלשים מפני שלא אוכלים. Но по пути, по дороге мы становимся более слабыми, потому что перестаем кушать. בגלל זה אני אומר, ראשון. Поэтому первое я говорю. Мазон рухани баофен кавуа. Духовная пища постоянно. Баофен кавуа. На постоянном уровне. Ашени. Второе. Лалехет веливасер. Идти и благовествовать. Ишар леатхил левхот, ой, зе каше, зе ам каше, лороцим лишмо. Можно плакать и говорить, ой, это тяжелый народ, не хотят слушать. Аль буре улам умер ани йодеа. Но Творец говорит, я знаю. ועשיתי אותך יותר חזק. И тебя я сделал более крепким. ופה כתוב. Здесь написано. פסוק 9. 9 стих. כשמיר חזק מצור. Как алмаз, который крепче камня. ברוסית זה היהלום. На русском перевели это как алмаз. אבל שמיר הוא לא היהלום. Но слово «шамир» переводится как «курунд». Кен. Зе гам эвен хен. Это также драгоценный камень. Зе маше нахон. Это правильный перевод. Курунд. Уникра. У поход хазак михайлом. Он менее сильный, чем алмаз. Аваль... הוא די חזק, הוא גם שורד זכוכית. Но он довольно крепок, и он также царапает стекло. הוא מאוד חזק. Очень сильный камень. אבל פחות חזק מ... Но менее крепкий, היהלום. Чем алмаз. ויותר נדיר. И более редкий. מהיהלום. Чем алмаз. עכשיו, שמיר בוודאי שהוא יותר חזק מצור. Конечно же, корунд, он крепче камня. והוא חותך אותו. И он режет его. והאבן הוא לא יכול לחתוך שמיר. Но каменные вещи они не могут порезать корунд. ואלוהים אומר כמו שמיר. И Бог говорит, как этот драгоценный камень корунд. יותר חזק מצור. Он крепок, чем крепче, чем камни. תראו מה כתוב, נתתי מצחך. Смотрите, что написано. Сделал я чело твое.
כן, נתתי מצחך. Сделал я чело твое. ואז מיד הוא אומר, לא תראה אותם. И сразу же Бог говорит, не бойся их. כל הזמן אנחנו רואים, לא תראה, אל תראה. Постоянно мы видим, не бойся, не страшись. הוא יודע שאנחנו פחדים. То есть он знает, что мы боимся. אבל הוא מחזק אותנו. Но он укрепляет нас. כמו שאתם ואנחנו מחזקים את הילדים שלנו ואומרים, אתה יכול. Как мы укрепляем наших детей, говорим им, ты можешь. אני זוכר ככה, ויקה גם היה, עכשיו שולה, קשה בבית ספר, אני לא יודע, אני לא יכולה, ואנחנו אומרים, לא, את יכולה, ויכולה להיות הכי טובה בכיתה. И я помню, как Вику мы укрепляли, и Шулу сегодня, когда они говорят, что мы не можем, мы не знаем, тяжело очень в школе, но мы говорили, ты можешь быть самой лучшей в классе. עכשיו אני בטוח שאת גם מלמדת את הילדים שלך, נכון? ואומרת, אתה יכול ואת יכולה. Да, также и передаем это своим детям, говорим, ты можешь. אותו דבר אבינו שבשמיים, הוא מחזק אותנו ואומר, אתה יכול. Точно так же и Отец Небесный говорит нам, вы можете, ты можешь. אני כבר עשיתי שאתה יותר חזק. Я уже укрепил тебя, ты более сильный. אנחנו פשוט צריכים לשמוע מצד שאנחנו כן יכולים. Мы просто должны со стороны слышать, что мы да, можем. ועכשיו דבר אחרון, השלישי. И третья, последняя вещь. פסוק 10, 10 ו-11. ולגבי פחדים אני אומר, צריך להיות בתוכנו את הביטחון עצמי. И насчет страхов я говорю, что внутри нас должна быть уверенность. אנחנו יותר גדולים וחזקים מהפחד הזה. Уверенность в том, что мы более сильны и мы больше этих всех страхов. עכשיו, אכלנו. Теперь мы покушали. הלכנו ודיברנו כבר. Пошли и благовествовали уже. גם לא סוף. גם לא סוף את זה. Это также не конец еще. יש עוד דבר שלישי. Еще третье есть. ויאמר אליי, בן אדם, את כל דברי אשר אדבר לך, קח בלבבך ובאוזניך שמע, ולך בו אל הגולה, אל בני עמך, ודיברת עליהם, ואמרת עליהם, כה אמר אדוני השם, אם ישמעו ואם יחדלו. אמן. И сказал мне сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным и сынам народа твоего и говори к ним, и скажи им, так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут? בעברית כתוב ויחדלו, זאת אומרת, הפסיקו. На иврите написано, что они перестали, то есть не слушали. כן, יש שונה קצת, נכון, מהתרגום. Немножко по-другому на русском перевели. אבל המטרה היא ככה. Но суть в следующем. כך בלבבך, פסוק 10, סוף של פסוק 10. В конце 10 стиха написано, прими сердцем твоим. ובאוזניך שמע. И ушами своими слушай. לא מספיק שאנחנו אכלנו ודיברנו. Недостаточно, что мы подкрепились и говорили. עכשיו אני גם צריך להיות לפי מה שאני אומר. Теперь я должен также жить то, что я сказал. אני חייב לקחת לתוך הלב שלי, זאת אומרת, לחיים שלי. Я должен взять свое сердце, то есть в свою жизнь. ולאוזניך לשמוע. И ушами своими слушать. מה זאת אומרת? Что это значит? לפעמים אנחנו אומרים, תקשיב עצמך, מה אתה אומר? Иногда мы говорим, послушай сам себя, что ты говоришь. נכון או לא? Говорим, да. מתי אנחנו אומרים את זה? Когда мы говорим это? מתי, כשמה שאנחנו מדברים?
Когда то, что мы говорим, не подходит к тому, что мы делаем. А кавана? В этом смысл. А кавана? Тмаши они руэт на гучелха, умасим шелха. То, что я вижу, твое поведение или твои дела. Они умер, такшив мата умер, затворим шуним легамры. Послушай, что ты говоришь, это разные вещи. Лома амин лиха кирю, запасгураем. То есть, как бы в скобках сказано, не верю тебе. Вот то давар, авину малкену умер, ках ли тоха ли вавха. Точно так же Отец Небесный говорит, возьми в сердце свое. Маст умерет лакаха билев. Что значит принять сердцем своим? А лев зе эвар ше ахи амок бапируш шел рухани у ахи гадоль, ахи амок, у ахи хашу. И в духовном смысле сердце самое глубокое в нас, самое важное, самое большое. Зе эвар ше нутен лану хаим у кол азман кмо машива кен духев дам битоха адам. Это орган, который дает нам жизнь, он постоянно толкает кровь по всему организму. И мы знаем, что душа бедам в крови. Нахон? Да. А нишама уто давар. Также и духовная часть. Аз нишама шелану, яхад им дамим, тамид уверет ועושה циркуляция בתוך הגוף שלנו. Это значит, что наша душа вместе с кровью постоянно находится в нашем теле, циркулирует. כן. והלב, הוא דוחף את ה, הוא נותן לחץ, והוא כמו משיבה. Сердце создает давление и всю кровь перегоняет, как насос. התנועה הזאת נותנת לנו חיים. И это движение, оно дает нам жизнь. ואלוהים אומר, כך, בתוך לבך את זה. Бог говорит, возьми в сердце свое. כל החיים שלנו. Вся наша жизнь. אנחנו צריכים להקדיש לאדון. Мы должны ее посвятить Богу. ואיפה לקחת כוחות? Откуда взять силы? ממנו. От него. והוא אומר, ובאוזניך שמע. Он говорит, и ушами своими слушай. Стомерет, маше ата осе. И маше ата медабер. То, что ты делаешь и то, что ты говоришь. Так шифтом и вземат им, оломат им. Хорошо слушай, подходят ли твои поступки к этому? Есть тигили михат, эфо ше катув, ше бен адам, ше у раша, асур ло левасер. Элухим уло меашер это. Написано в первом псалме, что без... Ло, זה לא הראשון, אני לא זוכר איזה תהילים. Написано в псалмах, сейчас я не помню в каком, написано, что беззаконника не обличай. הוא אומר, אל תיקח את הדבריי לתוך הפי שלך. Бог говорит, не бери даже слово твое в уста свои, слово мое в уста свои. אתה לא יכול. Ты не можешь. הוא לא רוצה שככה יהיה בשורה. Он не хочет, чтобы таким образом было благовествование. הוא רוצה שהבשורה יהיה נקי. Он хочет, чтобы благовествование было чистым. Они имцают за вахарках они. Хулу мар, лохшав. И моя ли китвей кодыш берусит, а эти муцают за мияд. Я потом найду это и скажу вам, где написано. Аз анахну црихим линог бедвар Адонай, это хаим шелану. Мы должны руководствоваться Словом Божьим в своей жизни. Литхазек это отсмену бедвара Дунай. Укрепляться Словом Божьим. Кен, в каха и кухот. Таким образом в нас будут силы. В лёе и пахат. И не будет страха. Пасуки хат ми брит хадаша. И один стих мы прочтем из Нового Завета. И герет Тимотеус. Послание к Тимофею. Решена. Первое послание. Перек далет. Четвертая глава. Пасук 16. 16 стих. Щит левха ли навшиха, велегура, вехазек безе, ки беасотех, беасотха, кен тошия эт навшиха, ве эт нефеш хашумим элеха. Амен. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Аминь. Амин.
אותו דבר, רבי שאול אומר, שיט לבך לנפשך. То же самое говорит апостол Павел, вникай в себя и в учение. Тогда слава нахон за 49. 49-й псалом. Нахон, нахон, туда. 16. Кен. 49-й псалом, 16-й стих. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои. Пасук мод хазак, нахон? Очень сильный стих, да? Мазе, Элохим омер, мата усе? Ата ло яхоль? Что ты делаешь? Ты не можешь. Вешвайсре. И 17-й. А сам ненавидишь наставление мое, а слова мои бросаешь за себя. כן, שני פסוקים האלה, שם כל התהילים, זה כל הקטע, там... אבל אנחנו לוקחים עכשיו ממש את הדברים המרכזיים. Весь псалом об этом говорит и целый отрывок. אז אנחנו צריכים, כמו שכתוב, שיט לבך לנפשך. Мы должны делать, как написано в послании Тимофея, вникать в себя и в учение. וככה לבשר. И таким образом благовествовать. ואם אנחנו נחזיק את הנתיב כמו שקיבלנו היום, если мы будем держаться пути и наставления, которые мы получили сегодня, וזה לא מה שאני מלמד, זה מה שאנחנו רואים מספר יחזקאל. И это не мое учение, это то, что мы видим из книги пророка Иезекииля. Элохим мелמד את יחזקאל, ואנחנו פשוט רוצים להבין איך זה פועל. Бог учит Иезекииля, а мы просто хотим понять, как это действует. ואומר, קודם כל תאכל. И он говорит, прежде всего напитайся. Это мегила, תאכל אותה. Съешь этот свиток. אכלת? טוב מאוד, ואומר. עכשיו קום ולך ודבר אל בית ישראל. Хорошо, теперь встань и говори к народу Израилеву. דיברת? Ты сказал? עשיתי אותך יותר חזק. Я тебя сделал более сильным. שאתה תוכל לדבר. Чтобы ты мог говорить. ואחרי זה שאתה דיברת עכשיו, שים לבך. А после того, как ты сказал им, обрати внимание на свое сердце. אומר כך בלבך. Возьми в сердце свое. ובאוזניך שמע. И в уши свои слушай. Слуша дворим. И мы нахну наасе это. Три вещи. Если мы будем так поступать, а нахну не ютер хазаким мы уламазе. Мы будем более сильными, чем этот мир. Агувим шли, а нахну каямим беахарит аямим. Возлюбленные мои, мы живем в последнее время. Зман меот каше. Очень тяжелое время. Авал адайн, адайн, кал меот. Но несмотря на это, очень легко. השטן עוד לא הפעיל כל הכוחות שלו. Потому что дьявол еще не начал задействовать все свои силы. הוא רק מכין את זה. Он только подготавливается к этому. ואני מרגיש איך הוא מכין כל הדבר. И я чувствую прямо, как он это все готовит. ולפי זה אני כבר יודע שיהיה זמן מאוד מאוד קשה. И по этим признакам я уже вижу и говорю, что будет очень тяжелое время. וזה מה שמחכה עוד. דור שלנו. Это то, что ожидает наш род. אז אנחנו צריכים להכין את עצמנו. Мы должны подготовить себя. אם אנחנו בזמנים של החסד, כמו שהיום, если... מרגישים יותר חלש מהעולם הזה, если во времена благодати легкие, как сегодня, мы чувствуем себя слабее, чем этот мир, איך אנחנו נעמוד באמונה באחרית הימים? Как же мы будем стоять в вере в конце времен, последнее время? ואם אנחנו אומרים שאנחנו קהילה שלו, если мы говорим, что мы его община, והקלה שלו, и его невеста, איך לא לשמור אותנו, את עצמנו? Как же мы сохраним себя?
Шелухим мевареха тану. Пусть Бог благословит нас. Ветен лану кухот. И даст нам силу. Меэвер лекоах энуши. Более чем силы человеческие. Амен. Аминь. Авину Малькену, туда лехаба, шата нутен лану хен вехесед, льет яхадитха, лит палель, великабель чувот. Отец наш, Царь наш, спасибо Тебе за милость Твою, за то, что Ты даешь нам возможность молиться Тебе и получать ответы. Тибарехотану. Благослови нас. ואנחנו מברכים שם שלך הקדוש. И мы благословляем Твое святое имя. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Аминь.